Привет, мои прекрасные друзья! Мы находимся в магазине «Практикер», чтобы повеселить вас и докупить полотенцесушитель. Вот для вина все прибамбасы. Мне очень нравится это мясорубка, виноградорубка. И вот это нравится. В общем, я тут для вашего веселья. Потому как я потерялась. Ну вот, посмотрим, что у нас тут есть. Декоративные фоны, горы. Ага, вот мы текстиль. А может быть, вот здесь с кранами есть полотенцесушитель? Ну ладно, наслаждайтесь тем, что есть. Видите, какие красоты? Ой, хот-таб есть. Лейзи спа. Прям здорово. Такая компашка. Когда потерялся, не знаешь, в какую сторону нужно. Эти инструменты, железария, стройматериал. Ага, это направо. А мы пойдем налево. Домашние потребы. Ну, может быть, в электроприборах. Вот такое обилие света. Видите, что Люцифер нам принес? Люцифер — это несущий свет. Свет. Если кто не в курсе, я шучу. Вот кемпинговые аксессуары. Какой интересный. Что же это? Что тут можно ложать? Ага, барбекю. Прям керамический. Красоты какие. Оно мне не нужно, но для общего вашего развития. О, вот что я люблю. Да, для общего вашего развития покажу. Я люблю садовые выкрутасы. Туи. Фонтаны. Сценами. Я не знаю, кто бы еще вас так веселил. Ой, там вообще классно. Вот тут душа моя отдыхает и радуется. Видите? Для души, для тела. Полная гармония. А там комфорт. О, вот. Мне нужны вот эти подвесные корзинки в виде яйца, в форме яйца. Угу. Я посмотрю, сколько стоит. Это я уже для себя. Прям спрятали, сколько стоит. Угу. Вот такая градинская люлька. Люлька для города. Эта люлька бесценная. А вот эта люлька тоже бесценная. Господи, что же я тут стараюсь. 129. Ценная. Надо пробовать, как сидеть. Лично. 119. Самая большая, самая дешевая. Ну вот как-то так, друзья мои. Надеюсь, повеселило. А вот лежанки, чтобы улечься. Стульчики и столики, чтобы усесться. Ну, красиво, что сказать. Нам не все это нужно.
Эти размеры меня поражают. Цены тоже. Наслаждайтесь, может, понравится что-то. Видите цену, надеюсь, видно. Ну, у меня это все куплено. Уже немецкие у меня храмы все. Келлер и Гроя. Хочу показать вам ассортимент. Ага, это кухня там. Это офисные дела. Двери. Двери я буду менять, это точно. Врата. Прям хороший магазин. Взгляните. О, и коврики там висят. Ну, это будет в последнюю очередь. Так, ну, завершаем, друзья мои. О, это для нашего брата. Сейчас посмотрим цену. Нифига себе, сказал я себе. Ну, на этом мы закончим. Обнимаю вас любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.